По дороге в школу под таким названием сотрудники госавтоинспекции, учителя и учащиеся средней школы номер 43 провели сегодня в Гомеле профилактическую акцию. Ее цель – привлечь внимание детей к необходимости соблюдения ПДД перед началом нового учебного года. Акция прошла в Советском районе областного центра. К вниманию юных участников дорожные знаки, представляющие наибольшую важность для пешеходов, доска пожеланий и подарки тем, кто согласился пройти тест на знание ПДД. В общем, старые правила инспекторы обозначили по-новому. С их слов, требования правил дорожного движения дети лучше всего запоминают в формате игры и живого общения. За 7 месяцев текущего года у нас было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, из которых 28 деток у нас получили телесные повреждения, и один ребенок погиб. За истекший период данного месяца у нас еще 4 происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 2 являлись пассажирами и 2 пешеходами.